У каждого из собравшихся в стенах музея Брестской крепости ответственный день – получения паспорта гражданина Республики Беларусь. Виновники торжества – учащиеся школ области, которые успели проявить себя в науке, спорте или общественной жизни в ожидании получения своего первого серьезного документа. Кабринченко Карина Логвинович, как и сверстники, присутствующие на церемонии, испытывает приятное волнение. Государственный документ для нее имеет большое значение. Оказаться среди отмеченных активистов области вдвойне приятно. Ведь такой чести она была удостоена за занятие любимым делом – организацией благотворительных проектов. Пару месяцев назад в городе Кобрине проходил благотворительный концерт «Спаси жизнь», все средства от которого были направлены Эгиде. Это организация, которая помогает бездомным животным. Вот, я являлась главным организатором этого концерта и стараюсь не останавливаться на этом, двигаться. Сегодня выпала большая честь для меня и для всех ребят быть на этом мероприятии, на этом празднике, так как нам вручают очень большой, очень важный документ для нашей жизни. Это паспорт и конституция. Вот, и, скажем так, всех собрали здесь ребят за особые достижения и участие в общественной жизни нашей школы, города и района. Паспорт – один из главных документов любого человека. Получая его, молодые люди становятся полноправными гражданами своей страны. На их плечах с этой поры лежит большая ответственность. Именно им предстоит строить успешное будущее синеокой. Именно в их силах сделать все возможное для ее полноценного дальнейшего развития. Безусловно, молодежь играет огромную роль в развитии государства. Скажем так, мы – это будущее нашей страны, и мы сейчас должны максимально стараться вкладываться, мы должны, мы должны максимально стараться принимать везде участие, максимально вкладываться в нашу учебу, так как наша страна зависит в будущем от нас. Проведение церемонии вручения паспортов молодым активистам в символичном для берестейцев месте позволило обратиться к страницам истории, вспомнить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Обращаясь к примеру старшего поколения, сегодня молодые люди стремятся быть достойными гражданами своей страны, патриотами Родины, имеющими свою гражданскую позицию. Символично, конечно, то, и мы это подчеркиваем, 70-летие Победы, и 70 человек, молодых людей из области, собраны сегодня на разных площадках здесь, в Брестской крепости, и им вручают сегодня паспорта именно вот на этой священной для всех белорусов и, естественно, для всех ветеранов и для всех жителей нашего союзного государства земле. Вручение паспорта – важное событие, которое запомнится каждому из ребят-активистов Брещины на всю жизнь. Этот документ – свидетельство гражданской зрелости. Он подтверждает права его владельца, напоминает ему об обязанностях честно и добросовестно работать на благо своей страны, заботиться об укреплении ее мощи. Сегодняшние подростки только на пороге взрослой жизни, но уже знают – они будущее своего государства, а потому будут трудиться на его благо.